уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что российского омбудсмена Татьяну Москалькову не допустит к задержанным на Украине россиянам, поскольку российская сторона не пустила Денисову к гражданам Украины в российских тюрьмах. С таким заявлением она выступила в понедельник, 2 июля, передает «Украинская правда». Она указала, что после того, как президент России Владимир Путин гарантировал ей допуск ко всем украинцам в тюрьмах России, она направила все необходимые документы Москальковой и поехала в Москву. Россия нарушила договоренности. Ни к одному нашему парню не пустили. Было и решение московского суда о допуске к Роману Сущенко, но затем изменили решение и не пустили, как и Станиславу, Клыху и Олегу Сенцову, подчеркнула Денисова. Ключевая моя цель была в том, чтобы убедить наших политзаключенных, что мы за них боремся, чтобы они это слышали и знали, а также я хотела проверить, как они держатся, в каких условиях находятся, добавила она. В то же время Денисова, по ее словам, продолжит пытаться навестить украинцев. «Хочу, чтобы ко всем пустили, как и обещал Путин. Мы подчеркиваем, что допуск Москальковой к тем, к кому они хотят, будет только при условии зеркальности действий», рассказала омбудсмен. Денисова прибыла в Россию с целью посещения находящихся в российских тюрьмах украинцев 15 июня. Ни с одним из заключенных ей встретиться не удалось. 29 июня Денисова заявила, что Киев готов выдать Москве осужденных россиян в обмен на украинцев, находящихся в российских тюрьмах. «Мы готовы передать Российской Федерации 23 россиянина, осужденных на Украине за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия, в обмен на 23 украинца из российских тюрем», говорилось в заявлении омбудсмена. Она указала, что Киев готов забрать своих граждан по процедуре экстрадиции, но в этом Украине отказывает Россия. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся.